И так, благодаря еще вот этой ручке, мимо того, что можно делать в комплексе целое, целое гниво, то есть кисть, полубок, грудь, я вам покажу упражнение, типичное упражнение на саму кисть. Итак, угол атаки меняем таким образом, чтобы угол был очень маленький, около 5%. Почему? Потому что посмотрите вот на мою руку, она практически является продолжением угла атаки троса. Итак, упражнение на кисть выполняется таким образом, что мы заворачиваем саму кисть и двигаем ее сюда. То есть практически локоть пересуваем по подушке на себя, вот, и работаем только самой кистью. Движение короткое, но тем не менее, когда вы отрабатываете кисть на большой гантели, вот это упражнение на добивку, оно является одним из, можно сказать, главным. Здесь же, смотрите, пальцы наши тоже должны сильно держать эту ручку, чтобы она не скользила, чтобы наша веревка вот таким образом не раскручивалась. Поэтому, если мы не имеем сильное сжатие кисти в пальцах, то, естественно, любая нагрузка свыше наших возможностей будет нам давать то, что наша кисть будет раскручиваться.